я заболел, вызовите доктора. Кто здесь у нас болен? Вот тебе пилюли, зеленые и красные. Проглотишь любую, и сразу же в школу ходить не нужно. И ругать никто не будет. Они волшебные. Волшебников не бывает. А ты проверь. Нужен мне доктор. Я думал, он справку даст. Он... конфетки какие-то. Эх, придется все-таки идти на уроки. А то снова ругать будут. Волшебные. Опять опоздал. К директору поведут. А что, если правда волшебные? Вам что нужно, молодой человек? Я к себе в третий класс. Вы перепутали. У нас школа для детей, а не для взрослых. Ух ты! Помогли пилюли! Вот так, доктор! Теперь я взрослый. И в школу ходить не надо! Эх, живем! Я в реки пойду. Как не взять такого богатыря? Чудо богатыря! Приноси документы об окончании школы. Раз. Раз. Ну я же только в третий класс хожу. Отставить! Равняйсь! Сира! Направо! На занятие шагом! Марш! Чудо-богатырь! В третий класс! Бегом! Марш! Гражданин! Дяденька! Вы задержаны! Или красные пилюли. Может, зеленые? Вот здорово! А ты, малыш, откуда взялся?
не маленький. Я уже в третий класс хожу. Хоккей! Тебе еще рано, малыш. Что? Я не малыш? Зеленая пилюля! Откройте! Я сейчас вырасту! Не вырастешь? Да! Да! Почему не вырасту? А кто в меня портфели бросал? Да! А ну давай сюда, пилюли! Не дам! Давай! Не дам! Ай! У нас болит. Ну ничего, привяжь 2-3 пилюльки. Не надо пилюль, я не болен. Я в школу спешу. Открывает двери школа, тик-так стучат часы. Прыжком бегут глаголы и прячутся иксы. В эти двери ходит каждый ученик. И букашка, первоклашка, и огромный выпускник. Во! Молодец! Самый первый пришел. И что это с тобой сегодня случилось?